Ой, девчонки, мальчишки, сегодня буду проводить с вами на камеру процедуру, которая называется, даже не знаю, как она называется, гель-герметик для восстановления эмали зубов. Вот такой вот он. Из серии Эксперт Фарма. Это новинка. Новинка, не знаю, по-моему, второго каталога. Ну, два каталога уже действуют, или один каталог, не помню. Артикул 1735. Что нам тут надо сделать? Способ применения. После чистки зубов, ну, я почистила зубы, желательно удалить влагу с их поверхности. Ну, сейчас попытаемся как-то удалить. Ну, вы знаете, особенно когда разговариваешь, все равно слюновыделение-то выходит. И распределить средства на всю поверхность зубов. Можно захватить и область десны с помощью ватной палочки или сухой щетки. Вот даже не знаю. Средство можно также наносить сухим пальцем, оставить на 3-5 минут, не сглатывать, затем сплюнуть содержимое на протяжении получаса, не полоскать и не чистить зубы, и не принимать пищу, и не пить жидкость. Частота использована при интенсивном курсе 2 раза в день после чистки зубов. Поддерживающий курс 1-2 раза в неделю может быть использован с индивидуальной капой для зубов. Муж у меня один раз использовал, ну, что говорит, я что могу сказать, мятный, ничего не понял. Ну, не интенсивно мы использовали, просто я вам хочу хотя бы показать, мы с вами сейчас будем на камеру первый раз это делать, вернее я, показать, как это все будет выглядеть. Так, ну давайте, наверное, сначала что мы сделаем? Сначала мы, так, зеркальце, вот оно. Сначала мы удалим губную помаду. Так, удалила. Теперь надо нам как-то влагу удалить. Ну, у меня тут платочек. Все равно слюни выходят, а зубы мокреют. Это невозможно сделать. У меня тут есть и ватный диск, и ватная палочка. Я так думаю, лучше всего ватной палочкой распределить. Берем. Здесь, кстати, сколько? 30 миллилитров. Выдавливаем на ватную палочку. Он такой белый. Но будем распределять. Что теперь делать? Ну, невозможно не сглатывать. У меня уже полный рот слюней. Как бы ни крути, но сглатывать можно. Ну, не получится не сглатывать. Докончу потом. Я не знаю, как не сглатывать. Я все время сглатываю. Все время хочу проглотить эти слюни. 3-5 минут я не могу выдержать, когда у меня во рту слюни. И палочка мне не понравилась. Попробую нанести на ватный диск. Я его разломила, разделила. Сделаю как капы. Вот так вот нанесу. Распределю. Даже не буду распределять, может быть.
Это, конечно, не эстетично, но мне надо вам показать. Вот. И снова я с вами. В общем, палочка ватная не получилась у меня, вы видели. На ватной диске лучше. Я разместила, и мне что понравилось, в ватной диске всю вот эту влагу, которую слюни скапливала. Чуть не захлебнула в собственных слюнях. Простите. И получается, ну, пошла, выкинула, сплюнула. И просто вкус мятной зубной пасты, приятный вкус, охлаждающий эффект чувствую. И у меня сидела я 5 минут, и у меня какой-то вот эффект был на второй минуте, как вот немножко нижние зубы, немножко как начинала как образовываться зубная боль. Ну, это быстро прошло. Ну все, ничего не могу сказать о первом отзыве. Оно же у нас не отбеливает, а для восстановления эмали зубов. Ну, то есть наша чувствительность, плюс эмаль у нас с годами все равно и трещины, и чувствительность повышенная. Ну, в принципе, вот ватными дисками, как вот типа капы я сделала, мне понравилось, мне устроило так. Буду пользоваться, отзыв свой обязательно оставлю попозже. Ничего не могу сказать плохого и хорошего. Ну, хорошее то, что приятный аромат, вкус приятный, удобство в использовании, если на ватной диске, то удобно использовать, потому что всю влагу ватной диски впитывают в себя. А если просто зубной, ой, этой ватной палочкой, то нет, рот полностью со слюнями. В общем, вот такое вот у меня видео получилось коротенькое. Всем спасибо за внимание, за просмотр. С вами была Людмила Хамула.